Нам нужно иногда время для того, чтобы восстановить связь, сделать ее устойчивой. Так что день 446, Алексей, мы тебя приветствуем. А смотрит нас 70 тысяч, 20 тысяч поставили лайки. Спасибо, друзья. А, пожалуйста, просьба, размещайте ссылки на этот эфир в своих аккаунтах в социальных сетях групп. Обязательно подписывайтесь на канал Фейген Лайф, на канал Алексея Арестовича. В описании к этому видео по его имени вы можете найти ссылку на его канал. Ну что же, давай тогда не будем тянуть время, сразу поговорим. Ты, конечно, видел эту статью в Вашингтон-Пост, ну или читал о ней новости. Опубликована она была с информацией, со ссылками на Пентагон Ликс, вот знаменитый этот скандал, слитые документы о том, что, оказывается, Пригожин, там не очень все понятно, опосредованно, видимо, пытался договориться с военной разведкой Украины, якобы, опять же, тут мы пока ставим знак вопроса, о том, чтобы сдать позиции Министерства обороны РФ, а взамен, чтобы командование ВСУ отвело войска от Бахмута. Кстати, мы с тобой ведь говорили в прошлом году много, в начале войны, в середине, о том, что есть лица, которые, сейчас не о Пригожине речь, которые могли или сливали информацию о позициях российских, так сказать, уж не знаю, из каких побуждений, что такая информация поступала. Ты, вообще говоря, доверяешь, что Пригожин мог на такой размен пойти? Ну, так, на ха-ха, на ха-ха. А что, давайте Но я... то, что Пригожин мог пойти на какой-то там размен, я допускаю очень легко. Так. Но между делом позволю себе заметить, что самая ценная информация не о позициях, а о намерениях. Особенно Ага, если о она планах. подтвержденная. Но намерения, да, трудно проверять информацию. Позиции легко проверять, намерения сложно. Поэтому люди, которые докладывают про намерения, очень дорого стоят. Вот. Но вопрос, как бы, мог ли Пригожин, не сомневаюсь ни секунду. Как он относится к российской армии, понятно по тому, Да. по всем его, без исключения, заявлениям. Ну и финалом, апофеозом, это стрельба по портретам его руководителей и злобное обращение. Да. Шойгу, Да. Герасимов! Я так понимаю, что он армию считает чем-то вроде грязи под ногами, но, соответственно, армия относится к нему с такой же любовью. Ну вот смотри, это же ведь, в общем, государственная измена. То есть вполне можно допустить, что это и некое, ну давай так говорить, ипсо уже ответное со стороны американцев, тех же, которые решили, собственно говоря, руками Москвы удавить Пригожина, чтобы, ну, как бы создать дополнительное напряжение. Он сегодня припирался с Соболевым, генералом из Комитета по обороне Госдумы, значит, там доказывал, какое он говно, за то, что тот предложил чуть ли не на 15 лет отправлять в тюрьму тех, кто перебирается в ЧВК «Вагнер» из числа новобранцев или там, из мобилизованных и так далее. То есть, как бы там все продолжается. Почему бы в принципе, не слить американцам вот этого товарища. Причем, заметь, а Украине-то выгодно. Пусть они там дерутся между собой. Пусть они друг друга перережут. Там Пригожин, Герасимов, Герасимов вместе с Шойгу, Пригожин. Ну, то есть, понимаешь, как бы игра-то, в общем, в пользу Украины. Если там будет раздрай. Понимаешь? А у американцев, может быть, своя задача. Пусть они там, сказать, первого шлепнут, а там, глядишь, свой какой-то расклад получится. Что ты думаешь? Если Пригожина шлепнут, это и нам очень выгодно. Выгодно. Тогда объясни. Конечно, конечно. Ну как что? Раздрая от этого меньше не станет. Просто Угу. раздражители сменятся. А дядька, который руководит Вагнером, его гибель – это всегда деморализация Вагнера, это реорганизация Вагнера, это некое торможение Вагнера, это, возможно, снятие мотивации Вагнера. В любом случае, это проблема. Поэтому для них. А для нас хорошо. Но просто так, как бы, понимаешь, Вашингтон Пост опубликовала, что в тех материалах, которые были скопированы, содержалась информация, что Пригожин, это очень много звеньев. Так государственная измена не доказывается. Он всегда может сказать, вы кому поверили, американцам поверили? Стоите за американский путь развития атома, и все. Это несерьезно. В То есть ты качестве там считаешь, нет? слива или подставы, да. Но любви, Тогда так. безусловно, армии, Да. армии любви к Пригожину не добавят, сразу скажу. Ну хорошо, а армия-то, вот смотри, она-то заинтересована, воспользовавшись моментом, просто грохнуть его и сказать, вот погиб геройский и так Нет, просто далее, как мы грохнуть с его тобой много нельзя, раз потому обсуждали. что если бы его можно было просто грохнуть, его бы давно грохнули.
он очевиднейшим образом пользуется некоторым покровительством в кругах. Ну, а в кругах каких? Это Путин. Путин, ФСБ, все, больше. А какие еще круги-то? ФСБ. Вагнер скорее ближе к ГРУ, блин. С буквой Р пропавшей туда. Во всяком случае, судя по военным базам, на которых он базируется, разворачивается. А ГРУ это да, армия, но это же структура армии, это главное управление-то. Армия, да. Поэтому там это достаточно путанная история. И кому там чего больше выгодно, куда и как. ФСБ, у меня ощущение в этом отношении, вообще на схватках. Может, она где-то его подпирает, раз он такой смелый. Для того, чтобы армию подукоротить. Но отсюда нам с тобой не видно. Фактов нет, любые домыслы. Ну, такая история себе. Ясно, что есть внутриэлитный конфликт. Он является типовым для российской системы. Она византийская. Yeah. Император всегда является тем, кто арбитром над схватками. Бояр. Бояры себе схватываются. Сегодня это наиболее острое. Это Пригожин и армия. Завтра это может быть еще кто-то. Я уверен, что сегодня это идет. И вчера было. И будет всегда. Просто далеко не все попадает в прямой эфир и не обсуждается прямо. То, что вагнеровцы так или иначе контактируют с нашими спецслужбами, не знаю, вполне допускаю. Задача спецслужб контактировать со всеми и со вся. Ну, как сказал президент, вы что, хотите меня под государственную измену подвести? Откуда у вас такие картинки, доктор? Мы не знаем. Предполагать можно все, что угодно. Вот мы замутили сейчас опрос в связи, как мы это теперь обычно делаем, ну, такой провокативный, как всегда. Доверяете ли вы статье американского СМИ о предательстве Пригожина? Да, нет. Да, отвечают сейчас пока из 6400 голосов 34%, да, доверяют. Нет, не доверяют, 66%. Но ты согласен, что судьба Пригожина до известной степени на волоске? Ну, потому что, как бы, не смешной вообще расклад-то вообще. Все по нарастающей идет в части конфликта с ним, всех его заявлений. Они все жестче и жестче. Ну, честно говоря, это на едином начале явно подрывает командование и всего остального. Марк, его судьба давно у меня не вызывает ни малейшего сомнения. Не, ну некоторые как спорят, там... некоторые говорят, это все там... как бы, да. То есть ты считаешь, поэтому... что все как бы? Ну как все. Некоторое время этот метеор будет красиво гореть, еще какое-то. Прекрасно. Не, ну мы с удовольствием чипсы и пиво всегда у нас в холодильнике. А вот, значит, наш уже смотрит 150 тысяч. Давай еще перед тем, как обратиться к карте и ситуации на фронте, поговорим. Появился сегодня-таки Лукашенко, вот, и, значит, в форме, он такой, значит, любит вот это все, и изображает, значит, вовлеченность в дела, хотя вид у него явно такой, как будто мешком битый, вот, и он, значит, по поводу сбитых этих четырех машин, проверял готовность ПВО белорусского по части отражения, возможно, такой же действий со стороны, видимо, Украины или там других недоброжелателей и так далее. Ты считаешь, его специально показали, он в состоянии, не в состоянии, куда будет развиваться? Я не знаю, видел ты эту видеозапись или нет. Ну, в общем, по мне так человек явно подбаливающий. Непонятно, правда, чем, с перевязанной этой ручкой ходит. Да. Я считаю, что очень странно проверять ПВО, когда да. По поводу того, что чужое ПВО сбило самолеты твоего союзника. При чем тут ПВО? Ну, так он вышел. Ну, это удивительно само по себе. Хорошо. Значит, второе, что меня весьма забавляет в этой ситуации. В Москве у него была перевязана правая рука. Так. А тут правая на параде. А сегодня перевязана левая рука. Я не знаю, какое объяснение этому искать. Инфекция бродит, или ему там, не знаю, что там, шунтирование делают, или там ну, катетеры вставляют то в правую, то в левую руку. Да, то еще. Ну, в общем, что-то там не лады с Александром Григорьевичем. Происходят какие-то. Ну, ясно, что как только обстановка накалилась, и было показано, что он не в состоянии, он нашел себе силы, поднялся и даже сделал парадную фотку какую-то, которая должна отзнаменовать, что ли. У диктатора все хорошо, он живет и здравствует, и еще ого-го всем покажет. Эрдоган, безусловно, не является диктатором, но мы помним, да, что когда у него случилось некоторое время назад проблемы со здоровьем, ему тоже срочно понадобилось на второй день показать, что он работает с бумагами, управляется и так далее. Поэтому
авторитетные или авторитарные лидеры, авторитетным мы назовем Эрдогана, авторитарным Лукашенко, они вынуждены, ну, как бы, непрерывно демонстрировать сверхчеловеческое здоровье и проактивность и готовность действий, потому ну, что вся конечно. Система мобилизируется вокруг них, работает только на их руководящей воле, и их отсутствие даже в течение 3 дней начинает вызывать сомнения и брожения. Вот во избежание этих сомнений и брожений Александр Григорьевич юридически все это делал парадную форму и, значит, сумел некоторое время постоять ровно для фотографии. Не, ну это же очевидно, если ты демонстрируешь слабость хоть какую-то, старость, ему 68 лет, кстати, там, да, какую-то немощь, то это же создает соблазн в таких условиях, в условиях нестабильности конечно. Для диктатора. Это, Акела промахнулся, да. Да, это искушение для окружения, для массы, для того, чтобы, ну а что, он же не опасен, он же такой вот с катетером и так далее, поэтому тут логика-то очевидная, на мой взгляд. Вот. Но ты считаешь, что как раз из этих целей он себя демонстрирует, и угрозы Однозначно. такой, чтобы... Ну, а зачем-то нужно это ему было? Вот он 5 дней не появлялся, значит, нужно было появиться. Значит, все-таки он ощущает, что такое возможно? Да нет, просто количество разговоров достигло критического уровня уже для формирования общественного мнения, в том числе и в элитах. Ему нужно показать, что я все еще на коне. Ребята, рано, рано вы меня хоронить. Конечно, лучше рано, чем поздно, но подождем и этого. Ну что же, тогда последняя новость до карты. Это второй тур выборов будет в Турции. Я, кстати, хочу сказать, что вообще, говоря, все разговоры о демократии с точки зрения вот России, там, про Украину мы не говорим, все-таки, в общем, достаточно устойчивая демократия, несмотря на все издержки. А для России это просто невероятный уровень демократии, чтобы... глава, обвиняемый государство в чуть ли не там в авторитарных замашках, наличие политзаключенных, а я просто взял, баллотировался и оказался на грани второго тура, непредсказуемого или предсказуемого, но тем не менее. Это немыслимый уровень демократии для такой страны, как Россия. Вот чтобы все понимали, а я все-таки в этом понимаю тоже, то есть я вам хочу сказать, что немыслимый, потому что все разговоры о его авторитаризме в таких условиях, ну как-то, ну как Саакашвили в свое время обвиняли в авторитаризме, он просто взял и ушел после того, как проиграл выборы парламентские. Вот. Но, тем не менее, будет второй тур, и твои какие-то прогнозы есть? Вот то, что ты видел уже по окончании нашего вчерашнего эфира, как это, на твой Я не взгляд, выглядит? специалист, да, я не специалист по Турции. Есть люди, которые понимают гораздо больше, чем я. И эти люди говорят, что они ошиблись, они не ожидали подобного результата. Большинство экспертов рисовали соотношение процентов с точностью до набата. Кавыч Дороглу рисовали то, что в результате получил Эрдоган. Поэтому все эксперты уже ошиблись, как это часто с ними бывает. И предсказывая, а мне не эксперту браться что-то предсказывать очень сложно. Посмотрим. Ну окей. Пойдем дальше, посмотрим, что на карте, что происходит, значит, на фронте. Прежде всего, конечно, опять Бахмут. А дело в том, что, ну, в общем, пусть чуть медленнее, но продолжается раздвигание флангов. Я имею в виду вот этих самых пресловутых клещей, которые мы так долго с тобой обсуждали. То есть расширяется, в общем, значит, территория подконтрольная вооруженным силам Украины именно на Бахмутском направлении. И многие задаются вопросом, мне постоянно задают вопрос, это уже контрнаступление или это рано об этом говорить? Как ты это оценишь? Ну, во-первых, у меня родилась казарменная шутка по поводу раздвигания флангов. Но я сдержусь, помню о том, что у нас нечастный разговор, а пару человек... И так нас проклинают, особенно меня, так что не стоит. Так что да, забудем. Ну, я вырос в казарме, извините. Что касается контрнаступления, это не контрнаступление. В лучшем случае это можно считать одним из его элементов. Так. Одним. Вот. Потому что контрнаступление – это событие оперативного масштаба. Действие вокруг Бахмута – это, ну, не сказать тактический, оперативно-тактический уровень. То есть на уровень ниже, меньше. А контрнаступление будет событием оперативно-стратегического даже масштаба, если сказать. Поэтому на 2 уровня выше. Поэтому здесь мерить нельзя. Это как сотня и десятка.
на порядок. Поэтому, ну, это важнейшие действия, и важность их заключается и в символическом капитале, сколько навеяно вокруг Бахмута, да, обеими сторонами. И второе, а это символический капитал, прямо влияет на моральный фактор. И этот моральный фактор соотносится со всеми остальными, как три к одному на войне. Важнейший элемент. Самый важный. Во-вторых, там идет перемалывание весьма боеспособной группировки войск противника, где она, которая, ну, скажем так, не чувствует недостатка ни в артиллерии, ни в снарядах, ни в чем. То есть ее снабжают по первому разряду, в отличие от очень многих других группировок российских. Поэтому, ну, то кого? Наши продолжают, как вы остроумно заметили, раздвигать, судя по тому, что говорят злые языки. Да. Их продолжают немножко пытаться двигаться в Бахмуте, как это обычно. Это ненормально, потому что когда тебя раздвигают, надо отодвигаться, выравнивать. Ну, пусть гребут. Гребут, и посмотрим, чем это закончится. Не скажу, что нашим там легко, но некоторые успехи злые языки утверждают с той стороны, опять сегодня на юге и на севере. Соответственно, южная и северная Клешня наметились. Вот, поэтому посмотрим. Так, на других участках что-то и есть, на твой взгляд, значимое? Ну, Генштаб сегодня сообщил: Авдеевка, Угледар и Маринка. Особенно Маринка. Сегодня была зонная атака противника активных. Авдеевка, Угледар. Штурмовые действия, бои. Такое. Понятно, что это четыре точки наибольшей интенсивности. Это не значит, что бои не продолжаются на других участках фронта, но они имеют местный характер, что называется. Угу. Ну, а, так сказать, Кременная Сватова, на твой взгляд, насколько... Ну, там подвыдохлась. Там, кстати, была очень пристойная группировка российских войск, которая все топталась на месте и ожидала победы под Бахмутом, чтобы ломануться вдоль Северского Донца на Лиман, выравнивая то, что мы отобрали в результате Харьковской операции. Так она и не дождалась своего часа. Ну, вот, как-то а ее да. попытки... Ее попытки вести частное наступление, они уперлись в нашу оборону и завязли. Они понесли потери. И в настоящее время или не считают нужным, или не в состоянии наступать. Я больше склоняюсь ко второму. Угу. Ну, по карте все, я правильно понимаю? Да, тем более, что часть сил оттуда перебрасывали под Бахмут. Не очень большую, но перебрасывали. Поэтому им не до наступления. Там очень Ясно. Трудно наступать. Для них. Так. Да и для нас. Так. 186 тысяч нас смотрят, 61 тысяча поставили лайки. Знаешь ли ты, в результате взрыва в центре Луганска сегодня пострадали 7 человек, сообщил в Рио главы ЛНР Пасечник. Все ранены, госпитализированы в лечебное учреждение республики, четверо мужчин находятся в тяжелом состоянии. Среди них парень 17 лет, а также в Рио министр внутренних дел по ЛНР Игорь Корнет. За жизнь пострадавших борются медики, профильное ведомство выясняет обстоятельства и бла-бла-бла-бла. Ну, слушай, этот Корнет, он же давно уже чадит. Это, так сказать, министр внутренних дел уже, ну, с биографией такой, с бэкграундом определенно. Ну, его Луганск очень хорошо знает. Он давний такой товарищ. Да, Луганский. Мне. С биографией, с опытом. Ну, парень, если он ни при чем, просто гражданский, конечно, жаль, сочувствие. Ну, понятно. А этим товарищем, типа, из охраны самому Корнету, ну, фен взорвался, всякое было. Барбершоп – опасное место. Настолько? Я тебя понял. Ну, так а что? Бывает. Бывает, да. Ну, то есть, они как-то часто стали взрываться, то фен, то еще что-нибудь. Ну, то есть, как бы, предатели же земли и коллаборантов земля же не любят. И фены тоже, да. Да, и вот периодически то, понимаешь, в машине что-то забарахлит, то фен, то сигнализация от ворот, как-то себя не так ведет, под домом прямо. Угу. В основном машины, конечно, но бывает и барбершопы, как видим. Да, опасные места. В барбершопах работают наиболее мужественные чуваки с бородами такие, знаешь? Да. Почему? Потому что там опасно, как мы видим. Ну, у этого немного... Спартан, истинные спартанцы, практически. В парикмахерской? Хорошо. Ладно, поехали дальше. Нет, я с уважением отношусь, так сказать. Сам стригусь. Нет, все с уважением относимся. Нет, я... Стригусь. Конечно, вопросов нет, но просто место такое.
Ну вот смотри, знаешь ли ты, что собирается прибыть в Украину спецпредставитель, бывший посол Китая Хуэй, я так произнесу его фамилию, потому что на этот счет опять пошлые шутки, я не хочу в них участвовать в силу своего приличия. Поэтому, тем не менее, вот как-то продолжается. И сегодня, между прочим, представитель Китая в ООН заявил о том, что вот не стоит ждать быстрых перехода к переговорам, мирных переговоров по Украине, что это может занять чуть ли не годы и так далее. Тем не менее, активность очевидная со стороны и Китая, и его симпатизантов. Вот. А, соответственно, как ты на это смотришь, насколько это вообще в контексте происходящих Я событий думаю, имеет Марк, что значение? российское поражение – это общее место. Поражение путинской клики, вот, российской группировки в Украине, всем понятно, что уже как бы процесс, который неизбежен в том или ином варианте. Значит, следующим вопросом для тех, кто умеет планировать стратегически, становится вопрос, как оформлять это поражение и чья доля будет в этом поражении у каждого, вернее, в оформлении этого поражения. И каждый хочет свою долю. Китай тоже хочет свою долю, потому что он решает две задачи: не дать усилиться Западу и не дать проиграть окончательно России. Потому что Россия ему нужна хотя бы по той простой причине, чтобы она не перешла к Западу. За Россию идет своего рода конкуренция. Запад хочет, чтобы Россия была антикитайской, пусть сдержанно, пусть скрытно или нейтрально хотя бы. Китай хочет, чтобы Россия была антизападной или хотя бы нейтральной. Поэтому они все решают свою задачу. Проще гораздо Китаю оформить это свою стратегию в виде назначения спецпредставителей и выступления посредником на переговорах. Потому что посредник всегда имеет свою долю. Было полгода назад, были сомнения, не пойдет ли Китай решать эту проблему методом передачи вооружения военной техники Российской Федерации. И, в Но этого общем, точно не произошло уже не точно. пошел и не пойдет. А вот посредничество, да, посредник – это престиж, посредник – это обязательное участие, посредник – это гарантированное место за столом, где будут делить. И уже делят. Поэтому они развили активность, а дальше идет плановая деятельность. Он сейчас будет обижать ООН, Россию, Запад, Европу, США, Украину. И везде говорить о мирном плане. Только боюсь, как бы не был бы такой же ответ, боюсь в кавычках, как ответил президент Зеленский Папе Римскому. Жестко и недвусмысленно, что нам такое посредничество не нужно. Китаю он, конечно, так не ответит, но все равно настоит на своем. Сначала ни одного российского солдата на нашей территории, потом любые разговоры и переговоры. Ну, то есть ты считаешь, что в ближайшем будущем ожидать какого-то, не знаю, ньюса по этому поводу не стоит? Нет смысла никакого. Это типовая дипломатическая деятельность, у которых сторонняя контактная группа работала. Аж с 14 года. До 23-го. Практически. Так. Так. Не знаю, по ходу, ну, это мы наконец оставим. У нас продолжается голосование. Доверяете ли вы статье американского СМИ? Но это Вашингтон Пост, я ее уже видели. О предательстве Пригожина. Мы так назвали, потому что долго описывать в вопросе слив позиций Министерства обороны взамен за освобождение оставшейся части Бахмута и так далее. Поэтому просто предательство Пригожина. Так его, видимо, будут трактовать его недоброжелатели, эту информацию. Но, тем не менее, да, доверяют 35% из проголосовавших, почти 35 тысяч. И нет, не доверяют 65%. Так что Пригожин, во всяком случае, в этом чате пока, так сказать, бинго, как говорится, и все такое прочее. Вот, смотри, несколько новостей относительно поставок вооружений. США по-прежнему не планируют передавать Украине оперативно-тактические ракеты «Аткамс», несмотря на поставки британских «Storm Shadow», заявил Белый дом. США не могут... далее, Соединенные Штаты не меняли пока своего решения, тоже дополнительная новость, не поставлять Украине истребители бомбардировщики F-16. Это подтвердил в понедельник на брифинге, онлайн-брифинге, координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. Его попросили уточнить, претерпело ли изменение позиции Вашингтон по возможной передаче Киева самолета F-16.
в свете новых заявлений на этот счет в Западной Европе со стороны президента Украины Владимира Зеленского? Ответ – нет, заявил Кирби, и никаких дальнейших комментариев по этому вопросу не последовало. Ну, тут заявлено было Пентагон, подтверждая доставку в Германию 31-го танка «Абрамс» для обучения украинских военных. Обучение украинских пилотов французскими военными может начаться уже сейчас, заявил Макрон, президент Франции. Так, и вот последнее, что вот вкупе я хотел бы, чтобы ты прокомментировал, давай об этом поговорим. Из пакета помощи Украине на сумму 48 миллиардов долларов, который Конгресс США одобрил в декабре, осталось 6 миллиардов, пишет издание «Политика». По оценке конгрессменов, которые приводит издание, это значит, что деньги на помощь Украине в американском бюджете иссякнут к июлю. Ну, там, наверное, будет новый пакет помощи. И последнее самое. Венгрия заблокировала 500 миллионов, знаешь ли ты или нет, военной помощи Украине. Ну, видно было голосование, и вот они так как-то... повели себя не айс, будем говорить так. Они заблокировали и в то же время тут же заявили о том, что приветствуют усилия Китая за посредничество. Я подозреваю, что это давление Китая привело к этому. Ах, вот так. Да, не исключаю, во всяком случае. Потому что две новости оказались так рядом из уст практически одного человека, да, министра иностранных дел, что как бы стало понятным. Мне очень понятна эта связь этих двух новостей. Слушай, ну для Венгрии эта игра такая какая-то, знаешь, слишком очевидно. Марк, они реально задолбали. Только я бы говорил не Венгрия, потому что Венгрия большая и разная, а правящая коалиция во главе с этим товарищем. Фидес. Дела которого при строительстве атомной станции еще проверять и венгерским компетентным органам международным. Я бы сильно рекомендовал им заняться этой темой. Как принималось решение о строительстве АЭС в Венгрии. Вот. Но ясно, что такая история долго продолжаться не будет. Откровенно вызывающая антиукраинская, антиевропейская, антинатовская позиция рано или поздно к чему-то приведет. Во всяком случае, на прошлой неделе американский посол в Венгрии слово уже не сильно подбирал по отношению к такой позиции. Они там давно говорят на повышенных тонах, рано или поздно это приведет к тому, что как у Пригожина, что веревочка оборвется. И делать, как это, поблескивать пенсне, как делают это некоторые венгерские посадовцы, да, высокопосадовцы рассказывают про то, что они такие все объективные, они за мир, ну, послушайте. Да нет, ну, бабло. Ты трижды за мир, но ты, да дело даже не в этом, но ты трижды за мир, но только у тебя, ты сходишь в два наднациональных блока, ЕС и НАТО, которые приняли другое решение и последовательно его осуществляют. И ты, находясь в этой компании, будучи официальным членом, работаешь против всей компании. Сегодня Франция и Украина подписали декларацию о поддержке Франции вступления в НАТО Украины. Угу. Перед этим было подписано с Германией и с Британией. Это результаты визита президента. И, как мы понимаем, от Германии и Франции дождаться этого было. Это такая достаточно сенсационная вещь, пометуя их всегдашнюю позицию относительно этого. Вот если они подписывают уже декларацию «Да, Украина в НАТО», это дорогого стоит. И вот перед этой коллективной позицией очень интересно послушать Венгрию, что она будет говорить. Угу. Как бы она ни превратилась, венгерские представители не превратились в эдакого одинокого Лаврова на саммите НАТО или ЕС, который будет рассказывать, вот, знаете, да, все за, а вот у нас особая позиция. И сидеть потом как оплеванные от своих же партнеров. Не от Украины, от своих коллег по НАТО и ЕС. Угу. Ну хорошо, а относительно поставок вооружений, вот как тебе видится... Поставки этих вооружений в контексте контрнаступления своевременные, они по графику идут. Ты много критиковал, говорил о том, что какая-то жопа творится. У тебя складывается впечатление, что как-то это визиты президента Зеленского. Жопа творится не в связи с темпами поставок, потому что я не знаю там, как поставка. Чтобы знать темпы поставок, надо знать, что поставили и что ожидали, какому сроку. Это совсекретная информация, которую знает 3,5 человека по обе стороны границы, наша и НАТО. А я выражал недовольство тем, что не поставляют дальнобойное оружие, ракеты. Сейчас и самолеты. Но это политическое решение, не военное. И оно продиктовано политическими соображениями, которые могут трактоваться только однозначно. Опасением некоторых политических последствий. На данном этапе, я хочу подчеркнуть, у меня нет сомнений, что самолеты и дальнобойные ракеты будут поставлены однажды. Но когда, трудно сказать. На данном этапе по каким-то причинам, мне понятно по каким, и я много раз это говорил, могу еще раз повториться,
они не поставляют. Очевидно, существует то ли негласная договоренность, то ли общее соображение, то ли некое предупреждение и сигналы, которые должны помешать Китаю начать поддерживать Россию более активно. Возможно, это красные линии не для Кремля. На них уже все песочком сыпали. До Китая, например. Или личное самостоятельное соображение Запада о том, что поставка самолетов и дальнобойных ракет на данном этапе толкнет Россию в сторону Китая с большей пользой. С большим, вернее, коэффициентом полезного действия, чем было до сих пор. А основная задача Запада в этой войне – не дать России перейти на сторону Китая окончательно. Это все. Уже не знаю, как они высчитали эту зависимость. Почему самолеты и дальнобойные ракеты должны двинуть Россию ближе к Западу, не знаю. Но, очевидно, где-то такое опасение есть. Ну вот смотри, мы 30 уже одну минуту в эфире, кстати. Росфинмониторинг таки внес украинское вооруженное, как они это называют, украинское вооруженное формирование Легион Свободы России в перечень террористов и экстремистов. Ну, не секрет, что, соответственно, я посещал, когда Киев, я по приглашению Легиона побывал на его базе, поговорил с курсантами и так далее. Ну, интересно, что они его украинским трактуют. Ну, оно украинское, может быть, по местонахождению, но все-таки там сама Россия. Нет, надо точно сказать. Это российское вооруженное формирование в составе вооруженных сил Украины. Комплектованное только гражданами России. Поэтому это как Нормандия Неман была в составе там, Красной Армии, например. Французское вооруженное подразделение в составе Красной Армии. Летчики. То же самое, это российское вооруженное формирование. Вооруженная позиция режима Путина в составе вооруженных сил Украины. Так, и ты полагаешь, что, собственно, это действие, оно что должно означать? Они вот собираются каким-то продолжать образом? Означать это должно, что они тормоза. Потому что на 15-й месяц существования легиона, который уже заслужил очень много реальных подвигов, дел, совершивших на фронте, они очнулись и вступили в Росфинмониторинг. Возможно, это позволит накладывать какие-то санкции на родственников, там, пытаться воздействовать на имущество для тех, кто будет, скажем так, установлен российскими спецслужбами, либо записан в состав этого региона, не особо разбираясь, вот, для того, чтобы там, нанести материальный ущерб и моральный состав внутри самой России родственникам, либо тем, кто переехал сюда воевать. Ну, поэтому состав легиона персонала держится в секрете. Там известно 1-2 человека, которые публично не побоялись выступить. Ну да. То есть стать лицами легиона. Вот как-то так, видимо, для санкций внутрироссийских. Устрашение и так далее. Но я думаю, что эти меры вызовут обратный характер. Он больше озлобится, еще больше будет добровольцев в регион. Ну вот смотри, Ереван. О нем идет сейчас речь, опасается санкции со стороны Запада сотрудничества с Россией, дополняет премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью чешскому журналу «Респект». Там, где есть возможность, мы с радостью, говорит, идем навстречу российскому спросу, санкции нашей красной линии. Мы говорим, это очень четко России, мы не хотим навредить вам, но мы не можем позволить себе самим попасть под санкции. Здесь нет никакого секрета. Он дальше добавляет о том, что заинтересован в релокации российских граждан. Они приезжают, работают, привозят деньги и так далее. Но все это надо воспринимать в контексте визита Пашиняна на 9 мая. Известно, что он по вызову, что называется, из Кремля поехал прикрывать Путина, благодаря чему Путин решил выступать не онлайн, а непосредственно на параде. Это не секрет. И как-то, в общем, критика сыпется и в его адрес, и в адрес, кстати, президента Токаева и так далее, за вот такую податливость с их стороны. А как бы ты оценил вообще здесь перспективу? Казалось бы, Армению-то кинули, вот, ну, Москва с УДКБ и со всем набором, а результат вот приблизительно такой, что, несмотря на это, продолжает существовать в контексте политическая элита, так сказать, на пространстве большого. Ну, заявление достаточно трезвое. Мы заинтересованы, но не ценой санкций. Я, честно говоря, советовал бы задуматься всем 7 президентам, которые были на Красной площади 9 мая, на эту тему. Потому что, по моим ощущениям, не спрашивайте, откуда они берутся. По ощущениям.
они все дружненько, возглавляемые ими государства, все дружненько дружны, вернее, близки к тому, чтобы вопрос о санкциях вплотную стал перед ними. Угу. Они все прекрасно знают, да, у кого усы в сметане, и через какие схемы и как идет оборудование. Так. И знают это не только они. Все знают, кому. Угу. Я думаю, что группа McFaul, Ермак, Спит, Спит и ничем не занимаются, они очень сильно ошибаются. Ну вот смотри, есть еще одна связанная с этим новость, нам не чужая. В связи с Михаилом Саакашвили и Грузией известно, что Москва сняла, значит, в одностороннем порядке ограничения разные по посещению Грузии, по авиакомпании, авиасообщению. Что и прогнозировалось, что ожидалось. Руководство грузинской мечты это приветствовало. Раздался заявление из Вашингтона, предупредили, что если вы допустите авиасообщение, то последуют санкции. Потому что вы таким образом нарушите санкционный режим, к которому, ну, погодите, вы же хотите присоединиться, вы ездите на саммиты, пытаетесь евросоюзские, натовские там, и так далее. А здесь вот такой, вот такая фигура, что называется, и изобразить, значит, лояльность Москве через согласие на это авиасообщение, на снятие с визового барьеров и так далее. Но для меня уже очевидно, что белийское руководство нынешнее – это, безусловно, люди, связанные с Москвой, действующие в ее интересах, несмотря на всякого рода заявления в попытке отыграть в сторону. Это связано не только с судьбой Саакашвили, вот, это связано с их стратегией, она именно такая. Вот как бы ты это оценил, потому что многие задают эти вопросы, и в контексте того, что Саакашвили продолжает находиться в тюрьме, никаких подвижек в его деле позитивных не происходит. И я знаю точно, что западное руководство пыталось в Грузии решить этот вопрос, те отказались, и вот как бы ситуация углубляется, то есть она становится более тяжелой и безвозвратной, что называется, в политическом смысле тоже, а не только в смысле судьбы Саакашвили. Ну, нынешняя Грузия, Грузия при нынешнем правительстве, по моему ощущению, первый кандидат на санкции. Вот, потому что по сумме того, что ты назвал, чтобы просто не повторяться. По политике, которую она производит, про поддержки России, которую она производит, по судьбе Саакашвили, которую она очень тщательно и последовательно загоняет в гроб. По вульгарному игнорированию, да, позиции Запада, причем не требования, а просто вот по судьбе того же Саакашвили и так далее. Она стремится в организации ЕС и НАТО, мнению которых она не хочет прислушиваться. Странная история. Страннейшая. Ты хочешь в дом, да, не хочешь прислушаться к мнению хозяев. Ну, все дальше, дальнейшее будет закономерно, когда они эти санкции получат, наконец-то. Ты понимаешь, надо добавить, что президент Саламе Зурабишвили, которая, казалось бы, пытается на паблик отыгрывать, что она не такая, она тут типа инициирует трехмесячные визовые ограничения, там, что она будет против этого возобновления авиасообщений, на самом деле ничего не делает, она только изображает. Вот она что-то говорит, а на самом деле вообще ничего не делает, не пользуется своими полномочиями, ну и так далее, и так далее, и так далее. То есть это... Ну, такое, они играют в какую-то пас-игру такую. Один изображает лояльность в Москве, я имею в виду правительство, грузинская мечта, а президент, который избранный, изображает недовольство, но, тем не менее, ничего не делает, не пользуется вообще никакими своими полномочиями. Ну, вот, по меньшей мере... Нам подробности неизвестны, но слово «игра», да, мне лично отвлекается, и так... В таком виде, что возможно, похоже на действительность, что они изображают доброго и злого следователя или президента и премьер-министра. В любом случае, моя позиция известна, она очень жесткая, и желаю им наконец-то доиграться до санкций и немножко задуматься. Вот. То, что они называют независимой политикой, не есть ни что иное, как заигрывание с Россией и поддержка агрессора, осужденного всего всем миром. Угу. Частью которого Грузия претендует быть, и так много и пафосно об этом говорит. Грузия – нынешнее правительство, правящая коалиция.
Ну да, я думаю, что разговоры разговорами, но только шансы все более призрачные на это, потому что ты считаешь, что на июльском саммите НАТО будут какие-то в адрес Грузии инвективы? Ну, вообще сделаны какие-то заявления, каким-то Я не знаю, указано? Не знаю, будут ли инвективы, но не жду ничего хорошего для Грузии на этом саммите. Ну, то есть она и до конца года не добьется никакого плана по кандидатству на вступление в ЕС. С какой стати? Ну, народ Грузии вот этого, вот, ну, он какая-то часть понимает, а какая-то, в общем, считает, что все идет своим чередом. Я говорил сегодня с грузинами, грузины говорят, ну, слушай, что ты хочешь? У нас столько лет уже оголтелая пропаганда идет, которая вот как бы построена на, мягко говоря, не очень дружественной системе ценностей Евросоюза и НАТО. И все более склоняемое в сторону Москвы. Поэтому, если народ Грузии позволяет с собой так обращаться, ну что ж мы сделаем. Когда с украинским народом попробовали так пообращаться, Янукович, то это всем известно. Для Януковича. Ну да. Ну что же, мы 41 минуту в эфире. Что наш опрос? Доверяете ли вы статье американского СМИ о предательстве Пригожина? Да. Доверяют статье всего 35%? Нет, не доверяют американскому СМИ и вот этой информации. 65% проголосовало, 48 с половиной тысяч наших зрителей. Мы завершаем опрос. Ну, в общем, пока везет, во всяком случае, в нашем чате Пригожину, ему пока не грозит обвинение в госизмене, во всяком случае, благодаря этому результату. Значит, что еще я хотел отметить? У нас продолжается пожертвование в адрес полка Калиновского. Есть такой Александр Т., который пожертвовал по сумме, он сначала 2000 пожертвовал, потом пожертвовал $5000 в биткоинах. Он прислал об этом уведомление. Мы еще какое-то время ждем, потом по окончании, значит, вот этой помощи мы, как и обещали, отправим по почте флаг с подписями командования батальона, и я поставлю подпись, и мы отправим этот, как обещанный, подарок за помощь полку Калиновского. Но мы рассчитываем, что полку понадобится средства, поскольку бог знает, как повернутся события в Беларуси, так что не забывайте об этом. Ну что, мы благодарим Алексея Арестовича, что ты вышел сегодня с нами на связь. У нас же в среду в 22. Да. Ничего не меняется. Алексей Арестович у нас в командировке, поэтому он двигается, передвигается. Но, тем не менее, находит возможность с нами беседовать. А 200, почти 20 тысяч смотрели эфир на нашем канале. Около 70 тысяч, по-моему, смотрели на канале Алексея Арестовича. И 80, почти 5 тысяч поставили лайки. Так что спасибо огромное. Пожалуйста, не забывайте, что нам важно, чтобы подписывались на канал Фейгин Лайф, на канал Алексея Арестовича тоже. И ставили лайки, распространяли ссылки на этот эфир в своих аккаунтах, в социальных сетях и группах. В среду увидимся, а завтра мы встречаемся с Андреем Андреевичем Пиантковским. Продолжим разговор о всех новостях, касающихся фронта и вокруг него. Всем пока, спасибо. Спасибо, счастливо. До завтра. До среды, вернее. Костя, Марк, До среды, зритель. Да.